Столицей партизанского края называли в годы Великой Отечественной войны Брянск. В брянских лесах начинались легендарные рейды соединений Ковпака, Сабурова, Федорова. Более 800 памятников и обелисков напоминают нам сегодня о минувших сражениях на Брянщине. Имена тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, навечно остались в памяти народа. Никто не забыт, и ничто не забыто. Эти слова часто звучали в дни, когда отмечалось 30-летие освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. В Брянск приехали ветераны партизанских соединений, генералы, бывшие офицеры и солдаты, зарубежные гости, в те военные годы сражавшиеся плечом к плечу с советскими воинами. Велика была помощь народных мстителей частям Красной Армии. Недаром враги называли партизанскую войну вторым фронтом. Об этом говорил на торжественном собрании член ЦК КПСС, первый секретарь Брянского обкома партии Михаил Константинович Крахмалев. Память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны будет жить вечно.